спектакль, а вы сейчас ходили? Мы ходили на спектакль «Женихи» по пьесе Исаака Дунаевского. Сидели мы на 9-м ряду, 17-18 место. Видно было хорошо, слышно было хорошо. Ну, поближе, чтобы рассмотреть игру актеров. Постояние в ряду было очень удобно. Ну, сами кресла не очень. А сам спектакль? Спектакль очень необычный. Ну, супер, мне очень. Мне понравилась игра актеров. Голоса шикарные, да. Я так достаточно часто посещаю театр. Расскажи водителю. Но здесь первый раз именно на таком понравилось спектакле абсолютно такого плана. Все. Единственное, конечно, я вот очень готова была говорить мать. Для меня это, конечно, нет. А актеры мне кажется, и костюм хороший, да? И антураж, все продумано. Очень удивительно, когда исполняют. И актер талантливый, да, и танцуют, и поют. Все одновременно делают. Молодцы. Почему не с головой? А могли бы порекомендовать другим зрителям сходить на этот спектакль? Конечно, однозначно. Да, однозначно. Я думаю, что могли бы. Это вообще неординарная вещь. На нее обязательно. Ничего подобного в других театрах. Да, не то, что мы очень часто посещаем. Вот наш автобус мы приезжаем организованно. Так что спектакль супер. Хорошо.